скажешь так: привет. Поняла? Сейчас? Нет. Мир вашему дому, дорогие подписчики и случайные зрители нашего канала. Календарная весна уже на дворе, и хоть по утрам еще на земле бывают заморозки, но нам необходимо заняться рассадой. Для этого понадобится подготовить грунт. Я его готовлю из обычной садовой земли и торфа, один к одному. Также добавляю агроперлит. Он хорошо удерживает влагу, что позволяет земле не пересохнуть, если есть перерыв в поливе, и не залить растения при переизбыточном поливе. Все компоненты просеиваем через сито для того, чтобы избавиться от лишних корней и мусора. Ну а если нет сита, то можно, как я, через пластмассовый ящик. Вроде неплохо получается. Все тщательно перемешиваем. Земля должна быть обязательно теплой. Ну вот, грунт и готов. Это смесь обычной садовой земли с торфом и с добавлением перлита. Он рассыпчатый, несмотря на то, что даже влажный. Грунт получился неплохой. Также я хочу добавить в грунт вот такой биопрепарат, как триходерма. Никогда раньше я этого не делал. Увидел на других каналах, решил попробовать. Это полезный грибок, который живет и размножается в земле за счет поглощения остальных вредных грибов, таких как черная ножка, бактериозы различные, фитофторозы. Попробуем, что из этого получится. Здесь где-то 20 килограмм земли. Ну, на этого идет где-то грамм 15 препарата. Половина где-то я высыплю. Вообще им по инструкции надо поливать или замачивать семена в нем. Но люди делают и так. Тщательно все это перемешать. Начинающим огородникам, если вдруг кто будет смотреть это видео, то что не используйте землю из огорода, если на ней росла предшествующая культура, которая поражается такими же заболеваниями, как ваша будущая рассада. Ну, высевать рассаду буду в такие контейнеры. Сейчас я их заполню землей и высею туда семена. Земля уже прогретая. Появился и горячий кофе. Время приближается к полуночи, но надо продолжать. Какой нудный процесс высева семян. Как трудно за этим наблюдать. По-моему, понаблюдать за играющими козлятами намного веселее. Утро следующего дня. Хочу представить вам мою дочь Кристину, главного садовода и огородника. Всем привет! Ботанический сад, который вы уже видели в предыдущем видео. Она долго ждала этого момента, чтобы посеять семена капусты.
Давайте посмотрим на это, как она будет это делать. Ну, пока она сеет капусту, хочу показать, что у меня вчера получилось. Я досеял все семена, и помидор, и перцев, и баклажаны. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Кому было интересно, подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Нам это очень важно. Пока-пока.